Всем приветушки, мои друзья, мы снова в Горниле, это уже, наверное, не знаю, какая это серия по счету, может 20-я, может 30-я, но я постараюсь дальше. Я решил сражаться? Ну, опять. Я умру, я вам точно говорю. А, ну, стопудов, все, это моя смерть. Я всегда ненавидел битвы с ангелами. Я так понимаю, как раз, да, мы, скорее всего, друзья, будем с вами сейчас биться с каждым из четырех миров. И вот этих ангельских сучек я вообще дико ненавидел, потому что вы видите, как они крутуют. Вау! Просто вау! Жесть! Вы это видели? Вы, я не знаю, если вы этого не видели, то это жесть. Это просто меня фактически минуснули по ХП вообще. А если таких будет две еще и с боссом, ну я просто в жопе окажусь. Этих сучек я ненавижу больше всего, ребят. Больше всего. Еще у меня очень болит указательный палец. Я слышу, что она сзади. Да, вон она где-то тут. Где-то тут, а здесь. Здесь, а тут. Проститута. Отстань! Меня и так баба хочет убить. Ох, она жестко за меня взялась-то. Для лошади не место, вызывай всадников всяких, апокалипсис и мертвецов, там, не знаю, кого хочешь, вызывай уже кого-нибудь. Ой, жесть, еще босс же сейчас будет, блин, не, жестко, жестко, жестко. Ох, 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 это оскверненный чувак. Ой, воу, 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 воу. Поднимаемся, братва. Мстим за меня все вместе, давай. Это жесть, конечно. Это жесть, 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 жесть. А, я не успел отпрыгнуть, фак. Не, ну я уж его добью, чё. И на это перекинусь. Фух, это жестко. Я говорил, раньше было жестко, но нет. Раньше было офиг. Три штуки таких, да вы стебетесь, что ли? Мне придется идти одному. Мне нужно больше ярости. Все, да, ваншотом сразу всех, типа, да? Красавцы вообще, чуково. Не понравилось. О-о-о-о. Серьезно. Блин, ну они жесткие ребята, я вам скажу. Пока другие до меня пытаются добежать, надо как-то за счет этого было бы отхилиться. Мне нужно больше ярости. О, вот это жестко было сейчас. Все, мне жопа. Мне определенно жопа. Жесть, остался один, короче, да, но он все равно, смотрите, он меня просто... А, их еще и двое, фак, и он меня убил! Нет! Нет, это было самая гнусная хрень, которая только могла произойти. Блин, ангелы жесткие. Ангелы жесткие, сучки. Ангелы очень-очень жесткие. Очень жесткие черти.
Я сам выберу свой путь. Да, вот, я могу выбрать этап, который мне нужен, и пройти на него. Ладно. До следующего раза. Мы это запомним. Хорошо. Будем считать, что мы прошли пока до сюда. Улучшить можно. Всем снова хайк, друзья. Мы сейчас находимся по карте, чтобы вам было понятно. А вам не будет ни хрена понятно, потому что как бы, ну, вы поняли, да? Потому что я очень умный человек. Ладно, на самом деле, я забыл, на какую кнопку мне надо жмакнуть, чтобы... Ага, во. Путник во времени. Вон сюда жмакнуть. И, естественно, вот сюда жмакнуть. Здесь мы получим что? Правильно. Сундучел, в котором будет... Вообще ни хрена! А, не, очко умений, ладно. Я уж обосрался, думаю, что за нае... Алова. Вот. Это было... Неожиданно. Ну ладно. Вот, так. Я вот думаю, может, некромант щит себе повесить, как вариант. Вообще, по-хорошему, лучше вот эту хрень всю сбросить. И прокачать что-нибудь более интересное. Тело смерти становится вихрем, несущим обломки. Смерть направляет свой запас ярости. Чем больше бешенство, тем сильнее, чем больше у него ярости. Затрат 100 единиц ярости на выстрел наносит 124. Я хочу просто попробовать что-то за дерьмо. Наверное, это какая-то слабая хрень. Настоящий мастер, я получил достижение, кстати говоря. Вот, мне... Мне сказали, кто бы интересно, да, что я могу вот эту хрень типа подтянуть. Но, честно говоря, у меня есть какие-то смутные подозрения, что я не смогу это сделать по одной простой причине. Что мне тупо надо до туда допрыгнуть. Но как это сделать, хрен его знает. Потому что она слишком далеко от меня. Короче, я честно не знаю, как эту медальон взять. Вот. Если только не подстрелить, как вариант его. Кстати, интересно, его можно подстрелить? Я попробовал бы. Не выпендривайся. Вот. И нет, я не сам с собой разговариваю. Не, конечно, я один живу, все дела, да, там сам с собой, конечно же, разговариваю, это хорошо, это весело, и все дела, и меня сейчас бьет сам я, вот, за то, что я сам с собой разговариваю, ну да ладно. То есть, можно ли... типа его как-то сбить? Нет, нельзя. Можно ли вот этой рукой его подтянуть? О, кстати, нет, все-таки его можно будет подтянуть. Она была права. Эта женщина была права. Хватит меня кусать. Вот. Ладно, неплохо, неплохо. Так, я не помню, что... Что вот это за кусок дерьма? Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Что мы зачистили, где мы взяли сундуки. Я вот здесь вот мы сундук
Не взяли. Непонятно, что нам, кстати, может даться. Так, если это то, о чем я думаю, то здесь должен быть гномат, кстати говоря, друзья мои. Ну вот я, честно говоря, не помню, то ли это место. Нет, по-моему, это не то место. Вообще ни разу не то место. Ну да, ладно. Выходим отсюда. Это не то, что нам надо. Эй, выпустите меня. Ребята, выпустите меня. Не пойдем мы за этим далеким сундуком. Ну, либо пойдем, но как-нибудь. Как-нибудь, когда мне будет есть до него дело. Вот, поэтому я говорю, что это не то место. Логично, как бы, да? Фига я на него кританул на 5 штук. Я его что, ваншотнул, что ли? А, нет, бежит за мной, зараза. Ладно, лабиринт судьи душ находится где-то вот там. Подфризывает что-то, бедняга. И в нем я, кстати, по-моему, вот не помню, то ли был, то ли не был. Но он находится вон там. Мы сейчас еще сюда прогуляемся. Потому что я не помню, что здесь за хрень. Здесь же что-то должно быть, да? Ну, наверное. Что это такое? А, просто переход на другой уровень, да? Ща где? Смертушка вот здесь. Ну да, да, да. Просто переход на другой уровень. Не место для лошади. Ну, в смысле, не место для лошади? Я бы здесь разбегся на лошадке. Мне придется идти одному. Не место для лошади. Кому ты врешь? Вот ты лошадь привел. Смерть! Да ладно, правда, что ли? Он меня по имени назвал? Он меня узнал! Ребят, мы становимся знаменитые! Это тоже интересное место, да, такое? Такое ощущение, как будто здесь что-то должно быть. Что-то связанное со смертью. А может, здесь и было, кстати, сундук, как вариант. Это было слишком давно. Возможно, даже неправда. Возможно, даже я просто не помню. Ладно, короче, нам надо вот сюда. И вот здесь находится наш лабиринт, в котором мы точно не были, потому что я вижу сундуки сверху. Я не уверен, что здесь будет моя могила. Ну ладно, блин, я от страха пересрал, короче, и вызвал моих ребят. Ничего страшного, нормально. Все хорошо. Все хорошо, денежка у меня пока есть. Это значит, что я могу призывать всякое дерьмецо. Покупать. Я не могу. Свитки и прочую хрень. Это невозможно. А, ну, давай сделаем вот так и подберем. Да? Типа, нормально будет. Так. Вы не думайте, я не просто так гуляю здесь. О, мы, кстати, забрали еще одну монетку. Огонь, огонь. Так. Ага, вот, все, я вижу. I see this hyper shit. Надо вот сюда, короче, подниматься. Замешательно.
Нажимаем B. Я сниму с тебя голову, мне сказали. Вот за такой же хренью скрывается гномат. Когда-то давно я, видимо, его видел. Но я за ним так и не вернулся. Я посчитал его ничтожеством. И решил его не трогать. Как-то вот так. Теперь мы сможем полноценно задействовать эти фигуры в случае, если нам потребуется в лабиринт Судидуш зайти. Но чтобы продолжить путь в лабиринт Судидуш, нам нужно знать, как правильно идти. Ну и, соответственно, каким образом попасть на тайники. У меня были записки где-то о том, как по ним ходить. Поэтому буду ходить по листочку. Ну, типа, по листочку. Вот, не факт, что пройду его весь, конечно, но постараюсь. Там тоже много уровней. Штук 9 или 10. 10, наверное. Вот. Так. Читаем таинственную книгу, собственно. Уровень первый завершен. Тайник не найден, собственно. Ну, типа, да, вот там содержание. Впереди лежит лабиринт судьи душ, таящий равно мучения и сокровища. В лабиринте 10 уровней, которые нужно обыскать. За каждым поворотом притаились жуткие создания. Подготовьтесь, прежде чем войти. Лестницы — это хорошо, они ведут глубже к центру лабиринта. Судья душ ждет, только его смерть дарует вам награду. Внимание! Для вошедшего сюда есть только два выхода. Смерть или победа. Мы, соответственно, включаем первый уровень. Ну и берем свиток судьи душ. Следуйте в этом направлении, чтобы выбраться из лабиринта судьи душ. Север-запад. Ну, вы готовы, я надеюсь? Я вроде тоже. Главное будет справляться с кучей мобов. А мобов здесь будет прям куча-куча. Я вот честно не знаю, за каким хреном они впили сюда такую огромную кучу нуба мобов. Ну, то есть могли бы просто сделать несколько сильных противников за место 1-2 миллионов слабых. Вот, и мы можем отсюда выйти. Но мы попробуем идти по секреточке искать. Там суть в том, что если ты каждый раз будешь идти неправильно, ну тебя типа будет гонять по кругу. Вот. И типа каждый раз будет давать люлей. Так, это 16 уровень. Благо нашим косам. Ну и соответственно, если ты идешь неправильно, противников становится, по-моему, больше. Они становятся вроде то ли сильнее, то ли опаснее. Что-то вот в этом духе. Может, я, конечно, не прав. Все, да. Это конец. Ура, мы прошли лабиринт судьи душ, да? Но нет. Так. И, собственно, да, да, друзья мои, мы нашли тайничок. Подобрали нужное нам здоровье. Там вначале не будет ничего особо такого прям грандиозного.
Но мы постараемся. Вот, и каждый раз надо будет убивать толпы. Где-то на волне пятой, наверное. Ориентировочно пока что. Я, скорее всего, сделаю перерыв в серии. Ну, примерно так, как было с Гарнилом. Типа каждые 25 волн. Посмотрим, на самом деле, сколько это займет времени, потому что посещение всех тайников занимает некоторое время. Посещение всех уровней тоже, ну, прохождение. Поэтому это займет некоторое время в любом случае. Ну и вот эти вот, что лабиринт, что горнило, они довольно долгие, сами по себе. Так. Север и потом запад. Северо-запад, короче говоря, по сути. Надеюсь, что получится все это дело пройти на выход. Так, на каждый уровень, грубо говоря, ну это прям по краям, если смотреть, нам потребуется с вами около 4 боев. Вот, но это чтобы показать вам все секреточки, которые есть, собственно, здесь. Вот такая вот. Расхренайшую, ну. Надеюсь, вам нравится. Их на самом деле здесь довольно много. Самое грустное, что мы ничего, по сути, с ними сделать не можем. Ну, то есть, никак их ауешить из дальнего какого-то места мы не сможем. West. Мы прошли с вами уровень отклонения. Переходим на уровень опасения. Так. Бежим. Здесь надо разрушить всякую хрень, которая нам не нужна. Вообще, конечно, разрушать могилу не очень хорошо, но не думаю, что нам за это кто-нибудь что-нибудь сделает. Вот. Ура, я красавица, я разрушил все могилы, да? А, вот. Вот. Следующий уровень. Опасение. Я же призову, на самом деле, моих ребят, чтобы, ну, побыстрее разобраться. Я не могу. Посмотрим, что здесь есть. Я случайно, простите. Пацаны, простите, я случайно. Так, нам нужно на... Нам нужно дважды свернуть на север. Напоминаю, вначале мы идем на тайник. После того, как мы сходим на тайник... Даже вот так и ради фану сделаю. Мы уже будем... Ох, бомбануло-то. Бомболейлю. Просто раздраконил его. Чевщичи просто.
Вот, мы можем, в принципе, в тайники не заходить, но я думаю, что есть в этом смысл некоторый. Два раза на север. Не так, мы на север пошли. Вот у нас еще тайничок. Получили какие-то плюшечки. И пошли бить ребят. Ждем выхода лучников. А, все, да? Так, нам надо на восток, это ист. Вот мне не нравится, что он багует так, знаете, типа он пробегает сквозь порталы. Напоминаю, сейчас мы уже идем на выход на третий уровень. Так. Раздраконим, ребят. Далее на юг это Саус. Саус. Ша-ша-ша-ша-ша. Буковка С. Не, возможно, если бы я, конечно, не проходил его полностью, то есть, ну, не забирал все плюшечки и так далее, можно было бы пойти быстрее, но если плюшечки забирать, то быстрее, чем минут за 40, ты его не пройдешь. Вот. Вот. Все. Последний это на север, то есть на. North Skull. Мошка, отстань от меня. Отстань от меня, мошка противная. Вот, мы переходим на следующий уровень. Каждый раз, когда мы видим лестницу, это точно значит, что мы нашли правильный путь, и мы переходим на следующий уровень. Это вот прям золотое правило. Если ты будешь, короче, ходить неправильно, ты будешь очень долго колупаться в этих тоннелях. И много умирать, скорее всего. Но если ходить и знать, куда ходить, то ты будешь проходить его прям чётенько. Вот такие вот пироги. Перешли мы на противостояние. Здесь начинается жопа-боль. Уже даже вот здесь вот, в принципе. Ну, не то, чтобы мне прям будет больно. Но нифига не круто это точно. Вряд ли, конечно, 17-й вал мне что-то сильно такое сделает. Но тем не менее. Итак, противостояние. Нам нужно пройти на север. Север, север. А, я, главное, я сижу, что-то смотрю и не вижу. Нам нужно пройти на север. Каждый раз находим сначала вот этот кусок дерьма. Уничтожаем его. И на этом можно со остальными уже драться, очень не парюсь. Теперь на юг. Саус. И последнее будет восток. Ист. Здесь этого придурка не было. Вот раз. Ну, здесь, в принципе, ребята посильнее. Ну, зато я плюс-минус прокачиваюсь от таких моментов. Нам на ист. Кстати, можно улучшить, не знаю. Может, что-то полезное выпадет. Денежку, например, видите, выпало.
Еще денежки. Еще денежки. Еще денежки. Ого, я богач. Так. И да, мы нашли тайный сундучок. Нам выпало какое-то говнецо. Давайте посмотрим, можем ли мы, кстати, улучшить. Наше оружие. Топорики какие-то на 21 левел попадали. Говнецо еще какое-то попадало. Лабиринт Судей Душ, он, пожалуйста, там, типа, можно его посмотреть. Так, что хотел? Я хотел косы попробовать улучшить. Хотел попробовать улучшить косы. Вот смотрите, кстати, талисман можем продать, принести в жертву. Так. И, наверное, вот так. Поднимает нам все. Замечательно. И. Сопротивляемость. Давайте сопротивляемость скачаем. Прям. По эпику. В чем суть бага? Показываю один раз. Сбрасываем шмотку. Вот она у нас упала. Мы к ней подходим, берем ее. Вот наша шмотка. Вы только что видели, что больше прокачать ее нельзя. Я прокачал ее на 5 уровней. Смотрим улучшить. И, о господи ты боже мой, но она не прокачана. Как так? Как же такое может быть? Вот, в общем, вот так вот. Это не чит, это возможность игры, поэтому считаю это, в принципе, более-менее лояльным способом прохождения. Так, ладно, теперь нам придется погеморроиться немножко. Ну ладно, я к этому, в принципе, готов, поэтому будет все нормально. А вначале этого пускай дерьма надо убить. Все, убили. Теперь все будет более-менее легче. Ну, помните. Так. Надо пройти на... А, ты еще живой? Я, главное, жду, когда ворота опустятся, он еще живой. Надо пройти на запад. Это уэст. Дикий запад. Фильмец, кстати, такой, по-моему, был. Ну ладно. Уэст. Бич, мы тебя убили. Мы тебя раздолбали. Так. Знаете, кстати, наших ребят призовем, это что-то скучно. Они ничем не пользуются. Не, знаешь, что я потом, конечно, буду пользоваться мамой Горюсим этим дерьмом, но... Хочется сейчас тоже. Почему нет? Бедняга, как он тебя рванул-то вообще. А вот. Далее пойти на восток. Это East. East-West. А вот, и два раза на север. Мы сейчас пытаемся пройти лабиринт. Если быть точным, то проходим противостояние. Впереди еще порядка 7 лабиринтов. Лабиринта Судьи Душ. Перед тем, как мы встретим самого главного боссяру. А перед встречей с ним нам лучше запастись хпшечкой, всем, чем только можно. И здесь мы идем на север. Север же. Нос. Носик. Север. Дважды.
еще второй раз на север сворачиваем. Будет все хорошо. Тебе будет больно. Не критуется уже по ним, как видите, да? То есть, ну, не так, как критовалось, например, раньше. Не всегда дает и вернуться возможность, тем более, когда их двое. Опять же, мне придется идти. Хреначе по ребятам. И идем на север. Мы идем на север. Дорога на север. Ладно. Дорогу и севера. Закрыли для нас портал. Входа на... выхода назад нету. И сейчас будет разделение. Это новый этап. Новый портал. Новый небольшой лабиринт. Разделение. Ну вот первое дерьмо, которое нас встречает. Сразу скажу, не то чтобы с ним были особо большие проблемы, но вот ни разу не проще сражаться, честно говоря. До 5-го, по-моему, уровня по-хорошему можно не ходить во всякие там секретики, ну, по-хорошему, потому что там особо ничего вроде не дают такого. Единственное, для чего можно ходить по секреткам, это чтобы получать дополнительные хилочки, там они выпадают периодически и так далее. Но особого смысла в этом нет. Ладно, надо идти на запад. Так. Ага. Я ушел вообще за портал, ладно. Такой, я не пройду здесь. Ты здесь не пройдешь, знаешь, вот, то есть даже с порталом. Вот. Уэст. Запад. Мы зашли на запад. Призываем опять дерьмецо наше любимое. И разрываем этого дебила. Даже можно вот так вот сделать. Но... так. Мне не победить? Ты серьезно думаешь, что мне не победить? Ты охренел так про меня говорить? Вот, теперь мы идем на восток. Восток у нас вот здесь. Окей. Восток. Не, не спорю, вот этот кусок дерьма меня, конечно, достает, но... мне нужно больше ярости. Здесь их будет два, поэтому... недостаточно ярости. Все круто. Мне нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Мне нужно больше ярости. Хорош, криптонул. Прям отличненько вообще в крит вошел. Мне понравилось. Крит был просто хорош. Не место. Так, давайте, ребятки, мы похреначим. Ибо типа нехрен. Так, и здесь нам нужно на север. Кстати, на, по-моему, 5-м уровне обязательно по-хорошему надо сходить в тайничок. Это у нас 4-й. Выпал нам, как всегда, никакая ненужная хрень, например. Мы идем дальше. Заново, так сказать. Мне придется идти одному. Недостаточно ярости.
О-о-о. Неплохо. Не очень понравилось, как они меня тут. Не нужно больше ярости. Не, конечно, я неплохо криплю, я не спорю, но... Ребята тоже так меня нехило дамажат. У меня еще немного магии. Недостаточно ярости. И восполнять ее вроде как относительно тоже долго. Значит, попробуем, конечно. Оп. 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 Так. Восток. 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 Восток это из же, по-моему, да? Что-то я уже вот забыл. Сюда же, да? На восток, да. Мне нужно больше ярости. Опять две мамки здесь. Порождатели эти мрази. Вот это довольно неплохая обилка, на самом деле. Главное просто здоровиться, напасаться. Так, East-West. Собственно, идем мы на запад. Недостаточно ярости. Блин, надо было только пока на самом деле призывать. Ну ладно, что-то я не то сделал. Ладно. Мне нужно больше ярости. И вот здесь вот надо как-то поаккуратнее, потому что у меня не очень много хп, использовать я не очень хочу, опять же. Не место для лошади. Недостаточно ярости. Мне придется идти одному. Вот сейчас вот, по идее, у меня получится вроде как их охреначить, но при этом... Мне нужно больше ярости. Вот. Минус одна падла. Минус одна падла, замечательно. Так, вот ты мне... Не мешай, пожалуйста. Так, мы сходили на East-West, теперь нужно на North, север. Мое произношение английского просто замечательное в кавычках, поэтому не обижайтесь. Не место для лошади. Так. Да мне уже больно. Недостаточно ярости. На всякий случай оптикон. Так, и на эсочку выходим. Юг, так сказать. Блин, ну, ручки-то болят, ручки-то болят. Ладно. Я думаю, что юг у нас... в обмане будет последняя хрень. Потому что с каждым разом там лабиринт становится все сложнее, там дольше биться, все дела. Вот видите, мы уже на открытой местности. Более или менее, да, то есть. Продвигаемся все глубже в лабиринт. Обман. Все дела. Вот здесь начинается такая жопа, пожалуйста. Жопа.
Жаба-жаб, жаба-жаб. Не, на самом деле с этими ребятами попроще немножко будет, чем с некоторыми другими. Можно по ним вот так вот передавать, например. Отправляйся во тьму. Мне главное просто, чтобы по мне не критовал вот этот злющий здоровяк. Чтобы он как бы по мне не критовал, мне не надо его просто убивать. Ой. Да ты охренел, чувачок. Ура! Мы его убили. Так. West, no south, да? По-моему, так. По-моему, так. Запад, север, юг. Вроде бы так. Проверим, насколько я прав. О, май гад. Это самая жесткая хрень, которая могла у меня сейчас быть. Не, ну я как бы уже справлялся с такой хренью, но вы помните, да? Но все равно это жестко. Это очень-очень жестко. Второй он почти не косвенный, блин, зараза. Сорян, братан. Хорош вообще, просто выдернул. На, прям вообще хорош, хорош. Так, север. Север же. Север. Север. Север вот там. Хорош, братан, дерется. Вообще огонь просто. Ладно. Это будет две топовые в кавычках серии, которые, знаете, ну, типа, два типа серии. Бейте всадника. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какой же ты страшный-то. Не испытаются, да, никто сначала, да, не вдруг, не. Самое обидное, знаете, когда вы проходите, типа, лабиринт Судьи Душ, и вы берете какой-нибудь приз, там, да, из секреточки, из секретной комнаты, такое ощущение, что лабиринт на вас злится и становится вроде сильнее. С другой стороны, можно взять какие-то плюшечки, тоже полезно. У меня больше не будет казни с скелетами. Так, Саус, на юг. На юг. А вот здесь мы можем, по-моему, выйти, да? На телепорт с подземелья, ну да. Такой, знаете, просто случайно остался на центре, нажал Б и вышел. Было бы прикольно. Найдем ли мы наш секрет или не найдем? Ну, судя по тому, что мы появились в каком-то дерьме, да, мы нашли. Черная смерть. Черная смерть — демоническое оружие с долгой и кровавой историей. Некоторые легенды говорят, что противоестественные ритуалы, совершенные над ним, наделили его своеобразным разумением. Связанная с нечестивым пламенными рунами, черная смерть отнимает силу у врагов и отдает ее своему владельцу. Вот такое вот неожиданное, негодное.
орудие. Мне показывает, что оно, кстати, мощнее. Прибавка к исцелению 50. Особенность черное сердце. Выглядят они вот так. Довольно прям офигенно. Мне очень нравится. Но наши с вами вот эти косы, они прям мощнее. А-а-а! Я лошара, ребята! Я, короче, вот этими косами бился и такой думаю, что-то я урона, главное, не наношу. Вот я чучмек. Ладно. Вот это было обидно просто. Ну ладно, ладно, окей. Не, прикольные, наверное, косы. Можно, кстати, потраить. Давайте потраим, что это за косы. Сейчас мы появимся. Во время боя же, по-моему, можно менять, правильно? Да, можно надеть вот их, посмотреть, как они. Ну, чё-то говнецо какое-то. Во-во, вот это вот-вот, я, да, понимаю. Вот-вот-вот, надо бы... Вот, видите, почему, в чем проблема, да? Вон, смотрите, сколько я с одного шота просто снял там. Вот это я понимаю, вот это да, вот это хорош. Вот это косы, вот это вот да, вот это оружие. Так, ладно, не отвлекаемся. Надо на запад-запад. Запад-запад, west-west. West-west-west. Дикий-дикий. Запад. West-west-west. Дикий-дикий-дикий-дикий. Вот теперь вот я понимаю, да, вот теперь вот оно, да. Ну, смотрите, я ему большую часть хп снимаю просто в мгновение, можно сказать, ока. У меня такое ощущение, что я ему щит просто разломать могу даже. Ну, вот, да, вот, вот как-то так он и дерется с самыми топовыми своими. Коготками. Такой вопрос, это меня подожгли или я? Я просто так прикольно горю. Горящая смерть, это так красиво выглядит на самом деле. Ладно. Уэст. Опять. Все сюда же. Кстати, мы уже 40 минут проходим. Почти 50 даже, чё кого. Прикольно. Я предупреждал, то есть, да, что они будут долгие довольно-таки. Было у меня такое сказано. Ох, хорош. У меня получается, смотрите-ка, у меня получается криты от этого оружия увеличиваются и от основного. Поэтому есть смысл нападать на него. А я-то думал, что я, главное, чуть не сдох, да? На каких-то лошпедах. Главное, я думаю, такой, типа, мое оружие должно наносить больше криты. Но, типа, в лабиринте судьи душ, видимо, нет. Мне нравится, как смерть горит, определенно прикольно выглядит. Севернов. Угу. В сторону древа. Прогуляемся к древу. Мне вот интересно, каким Darksiders будет третий. Очень, мать его, интересно. Надеюсь, что они не уронят, скажем так, марку игры. Надеюсь, все так же будет. Все? Шикарненько.
А, так, и надо на восток. Восток — это ист. Сюдой. Если я прав, то мы попадаем с вами на переход в уединение. И я прав, друзья мои. Мы почти прошли дальше. Жалко, на лошади здесь нельзя, конечно, кататься. Было бы прикольно. Вот очень долгие, конечно, переходы вот эти, но... Причем, если мы включим как бы карту, да, где она там, то мы не увидим себя здесь. Типа мы находимся где-то за границей мироздания. Где-то в лабиринте у судьи. Могилки, которые мы ломаем. Мы очень нехорошие люди. Очень нехорошая смерть ждет всех, кто нас повстречает. Не знаю, может, как бы, нет, я догадываюсь, что из них может ничего и не выпадать. Знаете, то есть вы, типа, разбиваете 20 могил, да, может, вам там ачивмент дадут. Разбил 20 могил. Ну, это на самом деле грустно. Такая одна могилка, короче, типа за деревом, да, то есть ты ее не можешь разбить, и типа все, тебе ачивку не дадут. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. В следующий раз мы пойдем еще глубже в лабиринт. Будем уединяться. Поэтому всем удачки, всем пока. Надеюсь, вам понравилось.